Ребята, всем привет! Пришел еще один припой, хотя он что-то слишком легкий. У меня уже есть один вот такой вот китайский, якобы свинцово-содержащий, с процентным соотношением 63 на 37, то есть это самый-самый такой классный. Но по сути это какое-то фуфло, бессвинцовое или очень грязное. И вот еще что-то пришло, сейчас посмотрим. Так, вытаскиваем. И что мы видим? 0,6 мм. Тоже припойчик. Так, он здесь у нас тоже 63 у нас олово и плюмбума 37. Короче, все тут у нас круто очень. И посмотрим, так ли это на самом деле. Так, ну вот, вот тут две площадки. Вот эту площадку я паял вот этим вот припоем. Видно, что оно все мутное. Давайте сейчас нормальным припоем, вот таким вот. Тоже 37 на 63. Сейчас рядышком поставлю площадочку одну, чтобы увидели, что она блестящая. И сейчас между этими площадочками я поставлю вот этим вот припоем тоже одну площадочку. Сейчас вытру паяльник. Тоже мутный, тоже хрень какая-то. Еще более хрень, чем другая хрень. Ну вот, обратите внимание, вот эта вот площадка и вот эти вот две площадки, это тоже китайский припой, тоже соотношением 37 на 63, то есть, ну, тоже свинцово-содержащий, но он, видите, какой вот мутноватый. Вот это настоящий припой с таким же процентным содержанием, как и здесь пишут, то есть, вот, обратите внимание, какой он блестящий. Это настоящий свинцово-содержащий припой, он вот так выглядит, он блестит, он... Пайка красивая, блестящая, галтелька ровная. А вот это вот припой, который я сейчас получил, который тоже вот должен быть по составу такой, как этот. То есть, это уже третий припой, который я получил из Китая. И я делаю вывод, что то, что в Китае там написано, его процентное соотношение, это полная фигня. Скорее всего, это просто бессвинцовый припой. И я, наверное, буду открывать диспут, но, если честно, не хочется из-за $2 столько мучиться. Но на самом деле... Это обман, это никакой не свинцово-содержащий припой. Может, это и свинцово-содержащий припой, но очень-очень низкого качества, очень ширпотребный. Так что, честно скажу, больше в Китае, наверное, припой покупать не буду. Хотя, для пробы, наверное, закажу пару штук, еще каких-то других. Но надо же найти где-то оптимум, что-то такое и недорогое, и качественное. Хотя, такого, наверное, нет, но все мы ищем, все мы верим в какое-то чудо. Вот, но уже три катушки припоя мне показывают, что, скорее всего, чуда не будет, но что поделать. Понравилось видео? Не забудь лайкнуть его и поделиться им со своими друзьями. Возможно, им оно будет также интересно. Ну и, конечно же, это здорово поможет в развитии данного канала, на котором уже есть огромное количество интересных видеороликов. Два из них ты сейчас видишь на экране. Для того, чтобы просмотреть любой из них, просто щелкни на превьюшку и начнется его просмотр. Если у тебя это не работает, ссылки на эти ролики есть в описании под видео, либо под кнопкой с информацией. И, конечно же, чтобы одним из первых видеть новые ролики, подпишись на мой канал. Для этого достаточно нажать вот эту вот кнопку. Приятного просмотра! Пока!